Здравия желаю, уважаемые братья и сестры. Сегодня у нас отопление на железном бачке, мощное отопление. Вот сейчас уже начинает оно раскаляться. Температура свыше 100 градусов. Время нагрева, ребят, где-то 10 минут. Внутри лампа 100-ваттовая и патрон прикручен снутри. Отрегулировано на шиме. Видите, шим. Риска почти по центру. Получается, расход и приход равны. То есть расход 0. Примерно равны. Смотрим, ребят. 63 подача. Пи. Видите, подача. Дальше. Проскочили. И 63,7, видите, обратка. То есть подача и обратка равны, значит, расход 0. Активный и реактивный ток равны в системе. Нулевой расход. Отрегулировали, ребята, на шиме. Вот он шим. Для этого применяли вращение ручки. А глазом смотрели на этот счетчик. Вот на этот. Вращая ручку. И когда вышли у нас на то, что активы и реактивы равны, у нас получилось нулевое потребление. Нагрев системы вот это 100 градусов. Весь короб нагревается. Время прогрева примерно 10-15 минут. И там он держит температуру. И постоянно горячий. Значит, это железный, ребята, котел 10-литровый. Вот. Он пустой снутри, то есть воздушное бесплатное отопление. Для обогрева помещений до 50 и выше кубов в зимнее время. А сейчас, уважаемые братья и сестры, я покажу схему этого изделия. Итак, схема изделия. Значит, патрон здесь, просверленная дырка, закручен гайкой. Лампа накаливания 100 ватт, 230 вольт. Бачок 10-литровый с крышкой. Разогрев 100 градусов. На шиме 65. То есть этот ток, который вырабатывает лампа, равен 65. И ток, который может пропустить шим, тоже 65. То есть ток туда не идет. Просто работает бесплатно. И этот ток, ребята, сюда возвращается, а этот ток сюда. Этот сюда не может пройти, он равен этому, одинаковый. Потому что эта система шим не настроена, что пропускает только 65 ватт. Поэтому расход нулевой. Благодаря этой системе вы можете бесплатно, ребят, протопиться зимой. В помещениях до 50 кубов. Благодарю вас за внимание, всем удачи и стального железного вам богатырского здоровья.